Итак, друзья, сегодня у нас день России. Посмотрите, как, какой шалфей. Едем сейчас на пикничок такой своеобразный. Это вот у нас шалфей растет. Сейчас соберем чуть-чуть. Ну, соответственно, сегодня праздник России. 12 июня. Праздником! Поэтому выехали с семьей на природу. Сейчас чуть соберем домик, травки. Да. И поедем дальше к речке. Сегодня мы там забегали на разведку. Уточки были, красота. Поэтому оттуда наше видео продолжится. Всем пока. Итак, друзья, ехав к месту нашего предполагаемого пикника, вдоль пшеницы, вот так вот, возле посадочки, значит, мы увидели двух фазанов, которые паслись. Курочка и петушок. Ну, камера чуть дрожала, поэтому не совсем их видно. А чуть дальше, метрах 30, здесь сидел еще и косой. Вот, зайчик, конечно, убежал за поворот, поэтому вот так вот дичь развивается. Вот они, гля. Фазаны. Курочка и петушок. А вон заяц сидит прямо, видишь, уши торчат. Ага, он убежал. Саша, шли к тебе. А ты же снимай, не? Не снимала я же хотела включить, но что тут снимать-то, ничего. Так, друзья, приехали мы на природу. Проведем небольшой пикничок. Собираемся опуститься вон туда вниз. Посмотрите, сколько уток плавает. Я понимаю, что это далеко, но вот это все черные точки, это все утки. Причем сейчас они сидят на берегу, там, где мы развернем пикничок свой. Поэтому посмотрим, что получится. Сейчас ехали, видели зайчишку одного, сидел он вдоль пшенички. И двух фазанов, курочку и петушка. Поэтому дичь есть, дичь размножается, живет. Ну, а мы спустимся и поснимаем. Что? На 2.00. Цапля. А на берегу прям утки сидят. Да? Да. Круто. Итак, друзья, я вам покажу сейчас уток. Вон, вот это все утки. Сидели они сейчас на берегу. Мы сегодня подъехали с утра пофотографироваться. Ну, просто захотелось на природу выскочить. Вот, а сейчас у нас запланировано все. Вон утятки поплыли вдоль берега. Если вам видно будет. Снимаю на свою экшн-камеру, поэтому... Вот это все утки сидят на воде. Прям классно. А вон утята поплыли справа от берега, глянь. Маленькие. Малыши поплыли. Они вот сидели вот здесь на бережку. Мы тут, конечно, чуть-чуть их потревожим в плане. Красивый бережок, травка и сразу водичка. Поэтому хотим здесь посидеть, так сказать, поужинать. Вот, и потом поедем домой. Выскочили сейчас травки нарвать, шалфея. Поэтому... Природа классная. Природа классная. Чуть-чуть солнышко зашло за облака, но это не беда. Вот так вот какие-то тучки. Ну, дождя вроде не передавали, поэтому должно у нас сегодня получиться. Посидим тут с часик на природе. Очень красиво. Поэтому. А вон еще утки поплыли. Вон, ребята, смотрите. Вон они в камыше. Вон, рух, молодничок. Они, наверное, еще и летать не умеют. О, а это какой-то белый. Кто может, знает, подскажите. Белое тело, красный клюв. Ну, красивая очень расцветка. Да, и вот он сейчас будет кругами летать. Вот смотрите, ребята, летит он. Конечно, может, на солнце плохо будет видно. Ну, если кто знает, так сказать, породу этой утки, смотрите, какая спина белая, красавец. Интересно так, крякает. Вот он, вот он. Вот он, красавец летит. Таких у нас раньше не было. То есть это то ли северная уже стала у нас обитать и выводить птенцов. Ну, утка есть, это радует. А еще стайка с молодняком поплыли вот сюда вправо в камыши. Вот они тут все на бережку сидели. Мы их чуть-чуть потревожим, но обижать не будем, поэтому вот такой берег красивый. Так что а это мы, всем привет, помашите. Привет. Ой, все утки испугались, Ксю. Все, пока, поснимаем потом еще. Итак, друзья, мы уже тут расположились слегка. Вот такую. А я мое такое хотела. В речку. Ой, комар на нос сел. Вот, расположились чуть по, так сказать, перекусим. Вот такая красота. Сзади нас такие холмы. А здесь вот такая вот река. В
водичка теплая. Ну, в этом году я еще не купался. Мы так ножки пополоскали только. И все. Теперь только остается перекусить. И тогда уже попрем домой. Тушить шампи. Показывать, как мы будем есть, мы не будем, поэтому... Итак, друзья, вот мы прекрасно перекусили. Прошло около часика, выглянуло солнышко. Можете посмотреть, как хорошо. Ну вот мы сейчас, в принципе, собираться. Не получилось заснять уток. Большая стайка улетела. Вот с водоема там остается, что десяток, наверное, всего сидит. Вот, поэтому не будем им мешать. Прекрасно отдохнули на природе, птички поют, а мы будем собираться. Всем удачи и пока, и ни пуха, ни пера. Пока. Удачи. Пока.